С минуты молчания начался в среду в Испании 10-дневный общенациональный траур по жертвам коронавируса. Болезнь унесла жизни 27 тысяч жителей страны. Королевская семья, Филипп VI с супругой Летисией и двумя дочерьми, вышла во двор дворца Сарсуэла, чтобы почтить память умерших во время одного из самых трагических эпизодов современной истории государства. Премьер-министр Педро Санчес вместе с членами кабинета министров и сотрудниками аппарата правительства присоединился к минуте молчания. Парламент на этот период полностью остановил работу. С утра на общественных зданиях по всей стране и кораблях военно-морских сил приспущены флаги. Испанцы считают необходимым отдать дань уважения жертвам эпидемии и их семьям. Все правильно, правда, они должны были сделать это раньше, столько смертей. Но я думаю, все так и должно быть. Мы должны помнить о тех, кто потерял свою жизнь, а также осознать все, что произошло, чтобы не повторять тех же ошибок. Нынешний траур станет самым продолжительным в Испании со времен падения диктатуры Каудильо Франциско Франко. Он завершится 5 июня официальной церемонией, которую возглавит монарх. Одна из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран зарегистрировала 283 тысячи случаев заболевания и пережила режим строжайшей самоизоляции. Система здравоохранения расшатана, а экономика оказалась на грани рецессии.